Ровно 8 лет назад в Георгиевском зале Кремля подписали межгосударственный договор о том, что Крым и Севастополь стали субъектами нашей страны. Воссоединение с Россией, а также в поддержку действий вооруженных сил, спецоперации на Украине в Барнауле отметили торжественно. На патриотическом концерте в манеже «Темп» яблоку негде упасть. Люди скандируют, размахивают флагами, подпевают выступающим, лучшим творческим коллективом города. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Среди почетных участников губернатор края. Несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил, и Крым, и Севастополь устойчиво развиваются и строят свое будущее как субъекты Российской Федерации. А вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности. В знак крымской весны окна многих крупных зданий в городе украсили триколором. Я положительно отношусь. Я же вам говорил, вон танк стоит. Готов хоть завтра отправиться помогать нашим ребятам в Донбасс. Не хватает только одного символа, буквы Z. И афганцы рядом. Я думаю, что они бы не против его отдать на фронт. Это же ведь, ну смотрите, он готовый. Солярки налейте и вперед на нем. А с приближением сумерек в окнах зажгли свет, чтобы получились буквы Z и V, а также слово Крым. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.